Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». В июне 2023 года Татьяна Буланова сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием Рудневым, который на 19 лет младше певицы. Тогда молодожены отказались от свадебного путешествия в пользу работы и сразу после торжественных мероприятий вернулись к обычному ритму жизни. А еще накануне бракосочетания Руднев подарил своей будущей жене ресторан в Санкт-Петербурге, после чего певица стала с помощью мужа осваивать новую для себя сферу деятельности. И спустя несколько месяцев после свадьбы Татьяна уверяла своих поклонников, что общий бизнес сплотил их с мужем, и в семье царит гармония и взаимопонимание. Но через какое-то время в одном из интервью Буланова призналась, что в их браке наступил первый кризис и что она видится с мужем не так уж и часто. Дело в том, что муж Буланова регулярно уезжал в Москву по рабочим делам, а она постоянно проживает в Санкт-Петербурге. И какое-то время супруги не могли прийти к общему решению в вопросе о месте жительства. Артистка не скрывает, что любит Петербург, а ее муж предпочитает вести бизнес в Москве. «Пока не знаю, что дальше будет. Он не готов так жить на два города», – призналась Буланова. Поклонники Булановой тогда решили, что певица непрозрачно намекает на возможный скорый развод. Однако Руднев услышал жену и пошел ей навстречу. Он перевел свой бизнес в северную столицу и поселился рядом со своей женой. Угроза, нависшая над браком артистки, исчезла. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!